Че, всем здорово. Кто? Кто помнит? Мы вчера тут тормознулись в комнате морга, наша Shadow Heart почему-то. Так. А, лимит, кстати, мы в грязевых призывали, в ледяных призывали. Давайте кони. В общем, что-то она начала тупить. А, блин. И по какой-то хуй, да что за лагание-то, блядь. Ой, они не летающие, они пешочком гоняют, как гномы. Че, он один? Сука. Ладно. Ну, кстати, он мощный, зато вроде как. В общем, че, она затупила у нас, и по какой-то хуй убрала фонарь, мы схватили дохуя проклятие, чуть не сдохли. Возвращаемся в наш морг, посмотрим, что там внутри. Она опять... А, нет, сейчас фонарем. Сейчас фонарем, все нормально. А, что такое? Походу режим. Ловушки что ли какие-то? Давай-ка этот. В обычный режим. Где мы находимся? Понятно, что нихуя отрезанная нога. Подобрать банк крови. Открыть. Бля, не, сука. Надо не забыть повыкинуть. Это ящик. Эльфийские деревянные подметки. Знаете, эта фраза? Подметки не годится. О, рычаг какой-то здесь есть. Так, рычаг пока не использую, но судя по следам крови, вот здесь секретный проход. Тишня какая. Ядро. О, сундук. Успех, что-то осторожно, заперто. Роскошный сундук. Блин, я думаю, что его надо вскрыть. А его еще надо обезвредить. Не. Не так все просто, как кажется. Дерьмо. Хуёво вышло. Может быть вторая попытка хотя бы, не? Отлично. Так, отлично. Мы его для начала обезвредили, теперь будем вскрывать. Какое-то колечко. Владелец не болеет. Ну, не стоит сороковник все. Ну, я не знаю. А, у меня такое кольцо. Ну, можно на себя нацепить. Так-то. Что-то у меня какое-то паршивое колечко-то, правда, что. Так. Это ласка редкий, необычный. Ну, какую-то хуйню на себя нацепил, если быть честным. Кольцо. Так, сейчас на мне. Вот так. Так, отлично. Отлично. О, тут еще один сундук. А, да, просто он светится, да? Отлично, пусто. И с ловушкой, сука. Ну что, дернем за рычаг? Или за айнус? Кланг. И чё? Может, здесь нет рычагов? Не? Бутылка с мангом. Блядь, не-не-не. Журнал. Давайте осмотримся. Я не знаю, что-то рычаг явно сделал. Я вот что-то только не простёк. Блять, явно неспроста у нас от этой комнаты был ключ. Только из одного кольца, думаете, что-то тут. Не, я чуть не подох вчера, блядь. Из-за ебучего кольца. Ч,
чего мог открыть рычаг? Это горшок соседи закачал, или дрон, блядь. Или рычаг чё? Облако яда убрал, типа? Или они просто сами по себе убрались? Кто не знает. Опять темное проклятие, ёп. Почему так-то? Обычный режим похода или какое отравление, блядь. А, я от этой съебался, ладно. Да что там такое-то? Это кто? Как орла? Да ёб твою мать. Обычный режим, пожалуйста. Я не понимаю, что, блядь, тут. Какая-то хуйня происходит. Ну-ка сюда, если подожди, блядь. Ёб твою мать, иди сюда. Вы меня бесите, я не понимаю, что в этом морге, блядь, не так. Купировать. Да, блядь, и это хрена проклятие. Ну сюда пошли все. Да ебаный ты в рот, а? Да в пизду, нахуй. Мы сейчас если сдохнем, просто безобидим игру, блядь, с этого момента, блядь. И нахуй мне это кольцо не уперлось. Скрыть. Там 30 вроде было. Я даже не знаю. Потертый металл. И хвисты синий. Ну бросай кубик, я не знаю. Че нам не хватит? Ну никак, блядь. Не, кстати, металлический кубик красивее, блядь, провал. Кто, кто, у нас кто-то сдох. Блядь, не, в пизду, нахуй. Мы только проебали все, блядь, все, что можно. Сюда, блядь, обратно портуемся и съебываем. Я даже не знаю, куда съебываем. Все, ребят, портуемся. Давайте к дороге до врат Балдура, кажется, ближайший телепорт к нам. Хотя, может, я путаю, сейчас там еще пошаримся чуть-чуть. Чуть-чуточку пошаримся. О, все целые, живые, без проклятия. Без всякой хуйни. Дом исцеления. Вот мы к северу от морга еще не ходили, пойдемте прогуляемся. Тут никак не подняться надо. Ай, сука. А, нет, вот есть подъем, пойдемте. Короче, ребята, кто смотрит мой стрим в морге? Морги делать нехуй, совершенно. Ну, чисто
пару зомбаков убить, экспы получить. Ну там, если кому-то колечко, там тоже считаю, нахуй, не надо. Не стоит, не стоит это затрат таких временных. Хотя игра рассчитана на то, чтобы врубиться как у себя по времени, так что смотрите. Ну, я считаю, беспонтовых у меня. Я, блядь, больше не пошел, я больше и не пойду. Ну. Огонь. Тут у нас что? That's curious. Сколько тут сундуков-то можно выкопать? Что, блядь? Кота. Сундук. Стрела. Ну, давай возьмем. Так. Clustered fire is intense. The Absolute's army is captured. А какая-то дорога на Балду, разве не? Блядь, а как мне там пройти-то вообще? Хуя там армия-то, посмотрите, ёб твою мать. Ух, там сколько их, обосраться можно. Там еще и бугаи какие-то. Ребят, сейчас секундочку. Так, все, здесь. Эти такой, знаешь, ярче залезли, блядь. Зоркие глаза, ёб вашу мать. Тут мы все выкопали, тут выкопали, вот сюда мы еще не ходили. А мы сейчас, блядь, сходим. Игра, правда, интересна тем, что ты вот каждый закуток, каждую какую-то обоссанную херовинку пытаешься этот исследовать, потому что интересно, правда. Ты не знаешь, что тебя ждет, где ждет. Блядь, неохота не столько обходить, здесь нельзя спрыгнуть. Спрыгнуть без урона по стене. Не плашмя, типа, а? О! Прыг. Нормально. Сверимся с картой. А, ну получается все. У нас остается один вариант. Мы пиздуем пиздеть опять сатаной. Ну, блядь, я вот теперь не знаю. В тот раз-то мы... Благовония подобрать. Не хочу. В тот раз мы с сатаной все кубики удачно кинули и шикарно попиздели, так сказать. Сейчас? Сейчас я, ребят, не знаю. Прокатили такая хуйня, блядь. Вот. Почему игра не засейвила мне эту всю хуйню, я не знаю, блядь. Туда идем, не туда? Вроде все туда идем, все правильно. Подождите. Что-то мы как-то другим путем пошли каким-то. А, сейчас один сатана появится, видимо, да? Или нет? Our hero thought, but да, a treasure ahead. Did not consider the peace of the dead. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Вот стихи нам читать сейчас. Ух, нихуя, у меня перчатки крутые. Merely protecting my assets. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Oh, we both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. I already did. If, through the dark, you go creeping and awake what is sleeping. Chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow.
A creature who, like me, is very much of the infernal. Should it да. Если он выйдет в эти двери, миру пизда. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. А, ну, давайте на всякий случай добавим. Изменить вид кубика. Не, мне старый кубик больше нравился, вот так. Надеюсь, затащим. Ну, еще как затащили. This creature and I go back a long way. I admit, it would be in my best interest as well, should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps? What are we talking here? Getting warmer. Warmer. Hot. Listen here, Pipsqueak. Отзывается еще. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Что-то, видимо, вместо скипа опять какой-то ответ выбрал. Сука, ну ладно. Ничего, ничего. А, ну вот, по сути, мы отсюда пошли. Холмик копнем, конечно, копнем. Ну что, ребят, сейчас спускаемся. Graves. Someone had to bury their dead in a hurry. Могила. Могила. Так когда сундук-то раздрочится, блядь? Главное, он, смотрите, он фокусится на него, но ты не можешь ничего сделать. Мы, кстати, не призвали. Давайте попытаемся сейчас побегаем с этим элементалем огненным. Он что-то один, блядь. Чисто по приколу. Интересно. Эссура. Оу. Эйзер. Его Эйзер зовут. Вот это могила открыта. Кость. Так, чё сундук-то раздуплился, блядь? Ёб твою мать. Кстати, сколько времени теряешь на ебуть? Ай, пошёл нахуй. Портал отсоединяйся сюда. Буду так вернусь и открою тебя, пидорасы. Заходим, короче. О, какие ворота крутые. Что тут еще за варианты есть? Это крутые ворота. А, ну, вариантов тут не очень у нас много. А заходим. Залетаем, как говорится. О, живем. Фипушка базарящая. Вестник Бушмана. Уходи, говорит, никуда я не пойду. Бля, а теперь вопрос, куда идти? Влево, вправо, прямо. Давайте направо сначала. Смотримся из-под тьмы. Книга. Не, книги, я тоже смысл не вижу, когда книги, ну нахуй. А вот всякое барахло открывать надо, потому что у нас уже на привал не осталось. Осталось, как это называется. Одна сумка с припасами. Скрыть. Надо было бонус лучше добавить. Хуясь, и мы проебали, да? Повторить попытку. О, блядь, прям впритык.
Мух на тоненького. Плащ живости. Вы получаете 7 временных очков здоровья после сотворения заклинания, когда участвуете в ближнем бою. Не до конца я всю эту хуйню понял, конечно. Не до конца понял. Блядь, давайте кому-нибудь это... Стой. Кому плащ для заклинания в ближнем бою? Бля, я не понимаю, заклинание в ближнем бою. Давайте ей дадим. У него плаща не было, да? Вот плащ. Будет прям крутая бой баба у нас. О, красивый плащ. Так. Ребята, АФК пару минут сейчас сделаем, сейчас вернусь.
Ну что, я себе сделал шикарнейший сэндвич. Погнали дальше. Burns everywhere. Someone's been engaging in dark rituals here. A totem dedicated to Merkel. Kethric Thorm ransacked the graves of his ancestors to honor his new god. Блин, я думал, можно будет скрыть, ну ладно. Большая уаза. Благовоние, благовоние, хуевоние. Костяная скульптура. Kethric Thorm's forebears. He defiled their remains so he could pay homage. Короче, нам сразу прямо пиздавай. Ну что ж, теперь мы знаем правильный путь. А чем у нас квест горит? Тут уже квест горит. Исследовать усыпальницу Тормов. Так, ну что-то сейчас подождите. Блядь, мне тупо даже интересно стало. Давайте взглянем, что за квест там проебал. Это Ильинское кладбище, допустим. Чё, блядь, какой-то прикол, нахуй? Усыпальница, усыпальница. Видите усыпальницу и квест? Я не вижу. А нахуй мне там высвечивается? Всё, в пизду обратно. Kethric, helming a Sharan army. He's hiding his own past. Just as he's keeping pieces of yours. Kethric, helming a Sharan army. He's hiding his own past. Just as he's keeping pieces of yours. Sussun Elg Oloth. Here lies Isabel Thorm. Kethric Thorm had a daughter. I wonder what happened. Так, ребята, вот это уже интересно. Best avoid that trap. Так, я что-то не до конца курю, ну-ка еще раз. Что делать-то надо, блядь? Sussun Elg Oloth. Here lies Isabel Thorn. Kethric, helming a Sharan army. He's hiding his own past, just as he's keeping pieces of yours. Kethric, helming a Sharan army.
He's hiding his own past. Just as he's Кетрик lost his daughter, but the bastard knows why you lost everything. Кетрик lost his daughter, but the bastard knows why you lost everything. Moonrise Towers. It makes the urge hiss within. It was part of your disgrace. But how? Кетрик Thorm dishonored the very bones of his ancestors to make this totem to Merkel. Блять, ребят. Я тупо не вкурил, что нужно делать. Дук. Что за хуйня-то происходит, а? Пустота, время, небытие. Подсказка, что ли? Пустота, время, небытие. То есть кнопки по порядку нажать. Да, сейчас давайте сверимся. Moonrise Towers. It makes the urge hiss within. It was part of your disgrace. А скоро. Я не понимаю. Ловушки сейчас заебывают. А, кнопка. Кнопка. Отлично. Да?
Пустота, время, небытие. Кнопка. А я что, башню назвал? Давайте в обратном порядке делаем. Блядь, нехорошо. Кнопка. Тихо, тихо, тихо. Кнопка. Чё, ништякся? Сосун Элг Ола. Сосун, Сосун Глот. Так, допустим, кнопка. Чё-то я тут нафинтил, короче, тебя. Кнопка. Ой-ой-ой, ну пока все живые. Нет? Блять. Так, кнопка. Кстати, голова горгули мы ее не трогали, да, вроде как? Почему что-то неправильно нахуй делаю, я не знаю. Сука. Кнопка, голова горгули. Допустим. И чё? Я нихуя не понимаю. Ну-ка, давайте ещё поездить, что-то я вас с собой взять, блин. Чё там, блядь, написано? Ну такая подсказка хуевенькая. Что тут написано? Here lies Melodia Thorm, beloved wife and mother. Может, черепка сказать, да? Ariel Tellere Manon here. Хотя, Саня, хорошо, иди-ка ты нахуй. Пизды как дам. Бля, тут уже все захуячено. Бля, серьезно, типа? Продукт. Попробуем. Бля, бонус надо добавить. Хуёво, а? А, вторный босок. Так-то не страшно, но такие звуки, что пиздец. И вон там осталось все еще объяснить.
Эй, Броду. Мать твою. А, мы здесь. Остался один продух этот для обезвреживания. Ну давайте обезвредим. Блять, тут какая-то головоломка, ребят. Ты чем? Мраморная плитка. Причем в соль я до конца не понимаю. А плитка это типа ловушка, да? Давай обезвредить. Раз уж мы такие тут, блядь, саперы все, блядь, вместе взятые. Итак. Блять. Пики дебафы. Так. Лунные башни, кнопка. Потом. Скорбь. А, наверное, сначала скорбь, потом лунные башни. Да, блядь, тут идут головы горгули. Скорб, чё пиздит-то? Кетрик lost his daughter, but the bastard knows why you lost everything. Да, блядь. Ёптать. Наконец-то мы это разгадали. Диск must be the way forward. Чё это? Самоцвет перемещения? Ну давай. Че нам, блин? Тереть. Так, где это мы оказались? Вызов шар. Самоцвет перемещения. О, скиталец. Перевернуть все проклятые камни. Шаритская постройка. Цыганская постройка. Ха! Цыгане нихуя не умеют строить. Ха! Что за несравные кочевники, блядь? Так. Я сразу куда-то... Чё-то произойдите? Скелет открыть. Золотишко, оникс, ты зелье великое лечение. Вот это мы удачно. Вот это мы шикарно заскочили. Слушайте, у меня почему-то у перса и Shadowheart хп-то под этот... подъебнулось, подупало. Табличка. Шар, певица вечной ночи, защитница забывших и позабытых. Лошар. Значит, это табличка. Впереди света во тьму, дай свою жизнь теням. Значит, как-то интересно, какая телочка статуя. Сообщение какое-то. Вот это правильно статуя, посмотрите, с нужными частями. Знаете, что мы, кстати, давненько мы не сейвились. Мы сейчас чувствуем, что только сдохнем нахуй. Ну что, заходим. О, блядь. А чё, я не вижу, чё она пиздит. Ой-ой-ой. Какой-то пошел нездоровый. Сука. Повторный бросок. Отлично. Ну, что зашлась-то, блядь? Мы, может, так в сторонке пройдем? Разбьем, да выебывалось.
пушками, продыхами. Так, по квесту нам типа... О, вон сюда вообще, да? Ну а почему бы нам не заглянуть сюда, а? Посмотреть, что тут... Что это? Пустота. Так, я думаю, этот... Змея? Или я? Все-таки вот такой-то я, блядь. Сука, еще протупил. Дерьмо, собака. Ну, вонючий. Да, дрочная локация. Я думал, блядь. Типа, это пизда, что фонарика не освещает нихуя, не освещает. Я вообще сразу зря зашел, да? Рычаг какой-то. Что я сделал-то вообще? Так, стоп. Блять, не так много. Ёбка мать. Ну что, какие-то огоньки, бабочки, сияние. А, я не могу слепать из-за тебя. Блять, короче, понятно. Блять, с управлением еще тоже не слепо досвоили, но так, тоже должен быть рычаг. Вот, вот, вот он. Так, мы опустили какие-то хуевеньки. Мистическое кадило. Не-не-не, лучше ты свети-ка. А вон там кадило, а там? И чё, блядь, мы типа сделали? Не, нихуя, ребята, не понимаю пока что. И всё, какие-то есть версии, блядь, не может в них озвучить. Rain of night comes in a thousand falling leaves. Чё тут? Улица так пусто, да? Нахуй вообще декадила вызывал. А? Не, серьезно. Вот какого хуя я потратил столько, блядь, хп своих персов? На что, блядь? Звук какой-то нехороший. Ну, кадила, блядь, мы, допустим, достали. И чё? Это хуйня так же приказа, еб твою мать будет. Будет. Тут кадила. Some sort of magic blocking the way. Невозможно скрыть. Я слышу. Ой, блядь. Так, тут надо также два кадила опустить, да? Короче, не тупим, быстро рычаг жмем, блядь, все, тихо. Давай, 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 давай. И отхиливаем. Держитесь, братва. Подводная братва. Здесь у меня хилка была, блядь. Так. Так чё, я не понял, всё? Или туман за ловушек был, или за чего туман там был? Клик-клик, а вот тут ещё какая-то дверь есть. Давайте-ка мы на базу пизданём пока что. И отхилимся по полной, да? А-а-а, ребят, не так всё просто.
А для отхилки-то нихуя вроде как особо и нету. Или есть? Ты чё? I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. О, фига она мощная. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being. Balance. They're dead. I can't. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent. Какой талант? О, в смысле? The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. В смысле? The weave knows her purpose. It will guide her plainly, if she listens. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore. Ой, она же какую-то точно хуйню-то вначале взяла. Unbalanced, her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. О, как. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way. Нихуя себе, это предсказатель у нас. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. You feel the grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Вы получаете клинок теней. Но, кстати, на бесследный шаг вот это поменять стоит. Принять. Отлично. Отлично. Так, а ты-то что нам этот на поебаться такой? I can't help but notice you seem happier of late. There's a spring in your step that wasn't there before. Just a pity I'm not responsible for it. Почему? Gonna go out on a limb and assume that Lazelle may not be keen to share you. О, наконец-то пошло. In truth, I don't think I'd want to be your spare lover. I'd always want more of you than you'd have to spare. Better, perhaps, to bow out with dignity. There's no hard feelings. Genuinely. Эй, стой, you deserve happiness. And I'm more than glad to remain with you to bear witness to. Блядь, не-не-не-не. Блядь, не хочу. Так. Так, нахуй. Идем гитянку еще разрываем с ней. Гитяночка, ты где? Друид. А, вон, на карте же показано. Ну, че тут мы там? Да где она в каких-то ебенях занырилась?
Все, пора это заканчивать, и сиськи больше не показывать. I've noted your grub. You favor me above Shadowheart. I suppose I should be flattered. And I am, to be truthful. Блядь, что-то нас каким-то жестким выбором ставят. I'll enjoy the challenge. I'll enjoy так. Winning it even more. Отлично. Your tempers connect. You feel your hearts thump in unison, like drums keeping beat to a war dance. I am not yours. You are not mine. Say the words. Блять. It is done. Вот и все. You are Jacques Von Ashtu, source of my bruises. The wounds you inflicted will heal. Блять, как сложно. Так как в игре-то все это сложно, а? Все, пойдем в Shadowheart. Сейчас, ребята, будет сценка, так сценка. Опа. The Gauntlet of Shah. I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible. Overwhelming. Worship of Lady Shah is usually discreet by nature. Her holy sites have to be modest, well hidden. But that place... I never knew such grandeur had been built in her honor. The Gauntlet of Shah is no ordinary temple. It is the highest test of the Dark Lady's faithful, to judge if they are worthy of becoming a Dark Justicia. The Gauntlet has double meaning. It speaks of the ordeals to be overcome, and of the armor-clad fist of Lady Shah that would embrace the worthy. Survive the crushing gauntlet, and be embraced by the Night Singer at its very core. The old ways were lost over time. Now some claim the rank simply by killing a single Saloonite. But before, they were a true elite. Many would attempt the trials, but few would succeed. Fine. What's on your mind? Блять, как неудобно вышло. Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Everything, potentially. There is scarcely a greater way to fully to become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling, but Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. Она такой светлый паладин, she хуяк said, тебя. I was not ready. Свидания были некроманские способности. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Видимо, не в этот раз, ребята. Видимо, не в этот раз. Ну ладно, ничего. Чё у нас? Оу, ну-ка давай-ка ещё раз не выпиздим.
Shah's blessings upon you. Блять, сиськи, блин, вообще охуенные, конечно. Блять, и все. И у нас больше этот. И у нас больше нету никаких дорожных сумок, ребят. Это хуёво. Так, ладно, у меня осталось не так много времени. Интересно, будет за мелкие хоть. А что ты попиздить хочешь? Ну-ка, стой. There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. Давай, делись. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Сиськи? Use the tadpole. Давай. The connection. Come into my mind. I don't remember how it started, only how it ended. I was fleeing. Ролик прям целый покажет, но ни хера себе. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. That's all I remember. Normally I'd agree, but with you, сейчас, ребят, на следующей ночевке я и вдую, короче. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Ну, надеюсь, на фортанет. Perhaps you're right. And perhaps one day I won't have to suffer. But I don't think that day has arrived yet. Lady Shah will ease my pain when she wishes to. Fine. What's on your mind? Бля, пока что никаких больше диалогов нет. Ну ладно, ладно. Ничего, ничего. Так, ребят, ладно, мы сейчас сейвимся. Да, вот так вот. Чтобы дохуя сохранение не плодить. А, подождите. А у нас тут дверь. Глянем дверь. Заперто. I told you to do the trick.
Хуясь, прям чётенько вышло. Интересно. Куда это мы попадаем? Тут какие-то штуки. Опять хоть просыпь, да? Опять какую-то усыпальницу. А я до этого саркофаги не мог открывать нигде. Чего-то. Эти грибы можно хавать? Да, для алхимии, скорее всего, что-то. А здесь? Ну, можно куда-то запрыгнуть. Есть у меня предположение такое. Хуясь? Что-то мы куда-то прям в секретное местечко идем. Есть? Да, да. По грибы да по ягоды. Оу. Где там оказались-то вообще? Ой, она вроде сюда. Просто вообще квест попал. Она вроде сюда и нужно было в теории. Там я не проверил, дверь открылась или не открылась. Короче, бежим, проверяем, если не открылась дверь, значит нам сюда. У нас сейф есть. Так что пофиг. Прыгай. Опа! Вася. Прыгнуть плашмя, да, или как там было? Черт, не пойму. Эта хуйня сейчас так и та же нас будет шмалять или нет? Ну-ка. Ух ты, блядь. И дверь не открылась, да? Значит, там по грибам. Да ёпта, нормально. Sort of magic blocking the way. А типа если... Ой. Темный самоцвет какой-то нужно сюда. Понятно. Там тоже, там не надо было никуда прыгать случайно. И может, чем проебали мы? Тут тоже вроде как по карте-то. Снизу нихуя нету. А этот саркофаг нам не открыть, да? Этот. А, тоже можно... Оу, а как я проебал-то так? Ладно, ребят, все. На этом моменте мне пора ехать. Всем пока. До скорых встреч.